Финансовая стабильность региона обеспечена. Правительство Саратовской области и крупнейший коммерческий банк региона «Экспресс Волга» заключили соглашение о сотрудничестве. Важный документ подписали Валерий Радаев и председатель правления финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Основными задачами такого сотрудничества является развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и развитие рынка финансовых услуг региона. Особо хочу подчеркнуть, что все эти годы банк принимает активное участие в жизни области, поддерживает культурные проекты, детские, спортивные, музыкальные, образовательные учреждения, шествует над детьми, оставшимися без попечения родителей. Организация с подобным уровнем стабильности, социальной ответственности, эффективной кредитной политики, надежные партнеры государства. На этапе, который все мы сегодня переживаем, это особенно ценно и важно. Я думаю, что это соглашение, которое мы сегодня подписываем, позволит нам еще глубже участвовать в социальной стабильности, экономической стабильности Саратовской области. И во всяком случае, мы примем все меры, чтобы ни бизнес, ни население Саратовской области не почувствовало на себе, если так можно выразиться, всей тяжести этого кризиса.